Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 и теперь продают. Немецкая компания «Ятаур», которая находится неподалеку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу». На самом деле, к оригинальной 21-й этот автомобиль не имеет никакого отношения. Шасси культового седана Mercedes-Benz S600 по прихоти неизвестного заказчика накрыли кузовом, стилизованным под волговский. Теперь уникальную самоделку, пробег которой составляет весьма скромные 12 345 километров, выставили на продажу. Под капотом двухдверного купе скрывается 5,5-литровый 500-сильный V12, с которым состыкована автоматическая коробка передач. Никаких других подробностей продавец не приводит, указывая лишь, что годом выпуска автомобиля значится 1958. Стоимость лота 300 тысяч евро или 21 294 тысячи российских рублей. По текущему курсу.